Для того, чтобы поддержать творческий потенциал кубанцев, сохранить и развить лучшие образцы народного творчества, проводится 5-й краевой фестиваль-конкурс народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России». Мы побывали на муниципальном этапе этого престижного конкурса, который прошел в городском доме культуры. В Славянском районе народная творческая палитра удивляет богатством своих красок. Есть чем порадовать взыскательных любителей искусства. Все это тесно связано с воспитанием настоящего патриотизма и уважением к истории Краснодарского края и России. В малом зале разместилась выставка декоративно-прикладного искусства мастеров нашего муниципалитета. Свои избранные работы на выставке представили мастера в самых разных жанрах. Какая тонкая работа, сколько различных материалов и техник исполнения. Просто глаз радовался, так это было интересно. Лучшие исполнители и коллективы вошли со своими номерами в концертную программу. Более 40 лет занимается творчеством народный самодеятельный коллектив «Хор Ветеран». Мы с большим удовольствием принимаем участие в мероприятии, которое прославляет наш край, нашу родную землю, наши прекрасные коллективы. Так как этот год ознаменован 80-летием освобождения нашей родной земли от немецко-фашистских захватчиков, у нас есть замечательная песня, которой уже много-много лет, но она всегда актуальна. Эта песня называется «Любите Россию». Самое главное, о чем говорили наши артисты в своих песнях, это неподдельный патриотизм, любовь к родине. Во славу Кубани, на благо России. Мы неоднократно принимали участие в этом конкурсе и наши творческие коллективы. И хорошо, что они проводятся и будут проводиться. Пока мы живы, пока мы едины, мы непобедимы. Народный вокальный ансамбль «Родные берега» сельского клуба «Сербин» порадовал хорошей песней. К выступлению на сцене Большого зала городского дома культуры готовились артисты со всего района, в том числе из народного хореографического ансамбля «Ритмы планеты». Большое количество коллективов представили свои программы, свои творческие номера в этом фестивале-конкурсе. Он проводится не впервые, конечно же. Вот. Была очень большая такая трудоемкая работа проделана. Наш коллектив представляет три композиции. Одна будет, конечно, от нашего коллектива, и две сводные с другими ансамблями. Вот, представляем композиции, которые прославляют нашу славную Кубань, нашу малую родину. С мужским ансамблем «Самородок» мы представим военно-патриотическую композицию «Журавли». Вот. И будет еще одна композиция «Русская пляска», озорная, задорная. Вот. Конечно, с огромной радостью принимаем участие. Русский вальс, трепет и круг, солнце и юг, мир и друг, вот и прошли годы разлук. Особенно ярко и выразительно выглядели совместные номера мастеров вокального и хореографического жанров. Тебя
Концертная программа была выстроена так, чтобы как можно шире представить все жанровое разнообразие. Благодаря видеозаписи выступления муниципального этапа 5-го краевого фестиваля конкурса народного художественного творчества «Во славу Кубани на благо России» были представлены на суд жюри. Самые лучшие исполнители примут участие в финальном этапе фестиваля конкурса. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».